Ребята, знаете, что главное? Смотрите, люк, да? Люк вот так поставил, чтобы сразу было видно, что ребята-то едут ровные. Я вас категорически приветствую в этот погожий сибирский вечерок. Мы решили рассказать продолжение истории нашей 750-й, которую первая часть у нас есть на канале. Попытка там была доехать на стучащем моторе с Уфы до Томска. Казалось бы, да что тут невыполнимого? А все, оказывается, невыполнимое. Мы проехали 150 километров, мотор лег, и вот она здесь. Так вот, давайте по порядку. В начале выпуска расскажу о новостях, которые, значит, нас окружают. Как я там в прошлой серии сказал, ты живешь как Жинка, скажет, а я живу как карта ляжет. Так вот, карта легла таким образом, что мы проиграли в дребезги суд по нашей 80-ке. Вкратце история. Мы разыгрывали 80-ку, она у нас была, мы ездили на ней на Алтай, есть экспедиции. И, в общем, спустя время оказалась 80 как будто перебитая. Проиграли суд мы, и сейчас... Ну, суд мы судили, чтобы, в общем, вернуть машину. Машину вам никто не вернет, а деньги вернуть нам придется. В течение месяца нужно собрать 850 тысяч, чтобы отдать человеку, который купил у нашего победителя. В общем, об этом будет целый выпуск отдельный. А пока BMW. И, собственно, вот из-за чего мы с ней, из-за этих ситуаций, приходится нам расставаться чуть раньше, чем мы планировали. Поэтому мы запускаем традиционный наш, уже, по-моему, 10-й. Барабан уже много человек мы осчастливили. По всей стране ездят на наших выигранных тачках. Так что смотри это видео до конца. Оно интересное. Там перегон, покупка, вообще все эти BMW-шные истории. И я вам расскажу, как забрать ее за 1000 рублей. Приятного просмотра. Ладно, начало уже, мне кажется, интересно. А, да, забыл сказать, у нее мотор стучит. Так, ну, значит, что? Значит, Тимур, автоподбор в деле. Подберем, несмотря ни на что, как говорится. А сколько она стоит? Во-во-во, начался, да. Стучит конкретно. Так мягко, плавно, тихо. Вообще ничего не слышно. Там что, мотор стучит, даже если я его не слышу. Как бывает, оказывается, комфортно. Но я приехал, похоже. Такие звуки страшные издаются. А когда не доезжал, да? Добро пожаловать домой. Бля, ну она уже, понял, мне начинает нравиться, короче. Так, у нас история продолжения про BMW. Мы едем в Уфу на Лексусе с Серегой. Сейчас я расскажу, почему все так. Значит, рассказываю расклад. Сергей, поздоровайся. Привет. Ты вот внезапно оказался в серии про BMW, хотя не думал, не гадал. Значит, ты... Все, кто нас постоянно смотрит, знают прекрасно Серегу, этот Lexus, экспедиционный Lexus команды нашей доблестной. А почему мы поехали 2-300 эти своим ходом туда и своим обратно? Потому что у нас в стране, знаете, как бывает? Получается, у нас нужно заканчивать все переделки. Тут и колеса, и багажник, и лифт, и все остальное. В последнее время задание сверху, видимо, было дано, и нас на дорогах начали кошмарить сотрудники. Вот, ну, законить в Томске, представляете, ничего невозможно. Вот как получается. Ни колеса, ни свет там, ничего. А в Уфе можно. И вот как вот приходится нам в эти ситуации. Ну, понятно, совпало, там есть знакомые, там это намного все проще и все делается. Поэтому мы сели на Lexus и поехали за БЭХ, и заодно законим все и вернемся на двух машинах. Сильно надеюсь я. Вот. По БЭХе там поменяли мотор, поменяли коробку полностью с навесным, все отполировали, покрасили, отчистили. В общем, там новая абсолютно машина ждет меня. Вот. В общем, на в одну сторону 2-300, в обратную также. Впереди Урал и все вот эти дорожные переключения. Поняли, да? Вот на Урале самое активное.
на перевалах, в принципе, самые активные диалоги по рации. Это ты тормозил? Это жестко, жестко. Да. Еще резче будет поворот. Еще резче. 125 скорость по GPS. Это рифовская подвеска, жесткая. Мы не знаем, да, какая она жесткая будет? Не знаю. 150 по GPS. Планировали среднюю российскую сторону. Жесткая сторона. В общем, 33-е колеса, риф, лифт. Вот как бы вот так вот Lexus себя проявляет тут. Ну, сказать, что мне волнительно, ничего не сказать. Потому что только что фура выскочила в лоб, и в диалоге между собой большие ребята обвинили маленькие машины. Поэтому. Вот поэтому и не обгоняем. Мне были по карте, да, раньше его, блядь, только никак. Не, там такой разрывчик, пиздатый был из подборочки как раз, блядь. Ну, вообще очень удобно с рацией. Вот сейчас Трал впереди едет. Будет момент, обгоним. Серега спрашивает у него. Ну, а он подумал, что ты, наверное, с большой машины, да, у него запрашиваешь? Ну, тем лучше нам окно. Нет, лучше. Мне легче всего, да, Леван? Тебе только не по крутой идешь, блядь. Нихуя, я битком, смотри, скупу, 2 тонны. А с перегруза, попробуй давай. А подожди, подожди, сейчас, блядь, опять, сука, повороты, блядь. И вот такой диалог, короче. Да, у меня перегруз, пиздец, охуенный какой. Сейчас про нас что-нибудь скажет. Они же не знают, что у нас рация, есть антенна небольшая. А после га? Бля, подожди, подожди, опять, блядь. Сука, повороты не видно, бля, и выскакивают, блядь. Шурал, блядь, естественно. Поэтому я не обгоняю, когда поворот, нахуй надо, ебать. Я пока разгоняюсь, блядь. Кто-нибудь вылезет, блядь. О, далеко, давай, попробуй. Давай, давай, давай. Боговой мандаложка, Леван, пристроилась. Класс. Самка мандаложка. А он сразу, и понял, блядь. Вот эти колеса должны были стоять на бэхе, но 325-я ширина с проставками, профиль, резина дубовая, 2300, мы что-то не рискнули. Это, кстати, Константин подарил, который забрал икса. А это который не забрал икса. Значит, что у нас происходит? Чем мало снимаю, на самом деле, фу. Вон Серега, это Lexus, это ГАИ. Мы сейчас носим извинения. Я сижу на кондиционере, значит, на всех делах, там жара, а тут мне очень комфортно, приятно и здорово. Тут, значит, что нашел, смотрите, знаете, что это такое, сейчас объясню. Тут вообще много всего непонятного, но так как у вас есть я все раскидаю в 3 по 5, смотрите, хоп, это калькулятор, смотрите. Итак, мотор с коробкой 200, плюс эвакуатор. Плюс работы. Вот, понимаете, да, зачем это? Потом на табло тут высветится, и с карты сразу деньги снимутся, и все. И мотор, если застучит заранее, тоже там, ну, зафиксируется сумма на карте у вас, как бы. Ну, все заранее, все для людей, как бы, все сделано. Так, мы не поставили 21-е катки, потому что решили, что это сильно круто будет ехать на них. Но тачка отполирована, отхимчищена, сделана, и самое главное, покрашена. То, что здесь был косяк, вот тут, поменяли фары, которые модные, восстановленные, бампер сделали, крыло, капот покрасили, и теперь она выглядит просто бомба. Такая история, доволен как слон. Ну и впереди еще дорога, поэтому в предвкушении, в общем, настроение хорошее. Я пока пытаюсь разобраться в меню, вот нашел уровень масла, что необходимо просто, и остальные вот чеки, значит, проверяем. Level контроль, ошибка была, по пневме ушла, по фарам, и поставьте, говорит, время и дату, и парктроники, набор стандартный. Место здесь
Здесь, конечно, просто буран. Короче, машин трехместный, владелец не местный. Скоро полетим в дорогу, уже не терпится. Стоял, ждал, не знаю, часа полтора-два, наверное, трахтел. Только начал засыпать, она их затроила, затроила и заглохла. Заводится и глохнет. Как будто бензонасос кончился. Ты чё, доедем домой когда-нибудь, нет? Я не понимаю, что происходит. Заглушил, стоял. Работает. Бензина полбака. Насос погружной здесь. Не знаю. Если мы знаем, что это такое, ну, мы не знаем, что такое. Страшно. Вползну. Не отпускает меня Уфа. БМВ не отпускает сервис БМВ Уфа. А зачем ты их ломаешь? Чтобы вы чинили, брат. Тебе надо было отсюда на поезде отправлять, а машину автовазом. Классно придумал. Вот здесь, в общем, вопросики решаются все. Так, постоянно наши зрители знают прекрасно эту дорогу. Это дорога от пацанов, от BMW сервис Уфа. За что, кстати, пацанам в очередной раз большое спасибо. Подход имеется конкретный. Машину сделали, подготовили, поменяли моторы, коробку там заварили, коллектора. Все сделали, отполировали, отхимчистили. И все отправили нас в путь. Короче, ошибка была просто, потому что по выхлопу. Он корректирует смесь. Там есть, оказывается, в одном месте небольшое отверстие. Он сечет, поэтому... Вот. Но ничего страшного. Время у нас местного часов 6, наверное. Мы выдвигаемся в путь домой. Нам 2300. Надеюсь, кайфовой, беспроблемной дороги. Ну, кайфовая это точно она будет, потому что это реально машина для кайфа. Она создана и впереди, и сзади, отвечаю. Вот. А насколько долгая дорога это будет, покажет времечко. Это для вас прошел там сколько, не знаю, там 20 минут, сколько выпуска это смотрит. Для меня это практически месяц прошел. Вот, поэтому все заново для меня. Сейчас обнулим мы расход. Уже с меню видите на ты, можно сказать. И скорость среднюю. Интересно, сколько он должен хавать. Да не должен, а будет. А, напомню, X5 ел по трассе. Это 14, если 140-150, ехать по городу 18-20. Мультимедиа работает, купил переходник на лайтинг, на аукс. Кондиционер в авторежиме, круиз-контроль активный, напомню, он есть. Вот он. Есть такая функция. Старт-стоп, на газ нажму, сейчас она поедет. Автопарковку он не ставит. Ну, исходные данные-то неплохие, в принципе, да. Смотрите, скулина какая. Так, ну что, у нас все готово. Вот самолет, вон вертолет. Парень с Серегой. Баки заправили. Резину прогрели и полетели. Он где-то там, посмотри, провод. На рациях, чтобы... То, что у Сереги на Lexus стоит рация. А, ну вы знаете. Будет подсказывать что-нибудь. ОБД разъем когда на BMW, да, закрывается? Никогда же. В прошлый раз-то я же не мог на газ нажать, потому что моторчик-то стучал. А теперь я газ могу нажать. И я вам скажу, 4.8 это такое же, но уже поняли, как и на X-е. Ух, уносит этот самолет, конечно, стремительно вперед. Ну, я имею в виду, на гонах хватает, понятно. Это семерка, это вообще не про гонки. Так, но ускорение имеет, да, машина, рывок конкретно есть. Вот, расход пока, что 13 показывает. 120-130 где-то едем. Ну, сейчас мы на Урал подбираемся. Время вечер. Не самое удачное время для того, чтобы штурмовать Урал. Поэтому машину рвать не будем. У нее иногда там хоп, какая-нибудь ошибка высветится. Там. Подвеска. АБС. Еще что-то. И исчезает. Я вот еду и уже наглаживаю, поглаживаю. Говорю, ну давай, пожалуйста. Бэхочка, семерка. Доедем до дома уже со второго раза, что ли. Понятно, троица, дело святое, но... Домой надо бы. Там дела ждут еще. Так, погода прекрасная, небо чистое, настроение имеется. Короче, едем. Нам среди панельного жилья светит путеводная статья. Всех рано или поздно накроет походу, а весна покажет все ненаходы. В прошлый раз
где-то вот на подъезде к Симу в пробке я услышал, хотя из-за шумоизоляции, как вы поняли, очень сложно услышать, что звук двигателя стал несколько громче, точнее, стук. Я такой, да, нормально, наверное. И все, и проехал Сим, и там вот по видео слышно, и я заеду за фурой, и такой скрежет. Я думаю, это от фуры, ну, думаю, что у тебя телега-то так... Звуки издают стороны. А это как бы фура-то... Фуры потом не было, я ее обогнал, а звук остался. И тут я понял, что все пошло по плохому сценарию. Вот, так что на этот раз я надеюсь, что расстояние больше проеду, чем тогда. Я, конечно, вам эту панораму показывал уже, наверное, десяток раз. Но она всегда же какая-то разная, правильно? Сейчас вот июль, лето, Сим. И, как ни странно, мы без пробок проехали до сего. Вообще, ого, я случайно нажал на круиз-контроль, а как стартировал вперед. Ты так не делай, да больше. По четвергам здесь дружные работы. И вообще, говорят, не просто все с проездом. Вот. Красота, масштаб. Россия. Удобно. Вот сейчас Серега по рации мне говорит, машинка где-то впереди стоит. Это значит, гаишники стоят. А он, соответственно, по рации дальнобойный пускает. Но у нас, как ни странно, опять же, даже права у меня с собой есть. И на машину документы имеются. Договор только просрочен, и все. А, и даже страховка есть, я оформил онлайн. Вообще, что-то небывалое, конечно. Самовары на Урале можно купить. Рацию установить, флешки с музыкой, все, что хочешь. Вообще, дорога – это целая инфраструктура, причем народная такая, знаете. Можно все достать, купить, связаться и так далее. Ой, вот оно, то самое место, где в прошлый раз, я уже остановился и дальше не поехал. Вот от нефть, заправка справа. И поворот налево, в смысле. Направо, короче, поворот, вот туда в поле. И там я встал, стоял, дал эвакуатор, здесь загрузился и поехал печальный домой. Не домой, а в Уфу, а потом улетел домой. А теперь я лечу на самолете уже домой. Вот еще чуть-чуть, и я поставлю новый рекорд на семёрке по продолжительности полета. Оп! Готово, чекпоинт пройден. Едем дальше. Так, я надеюсь, камера ловит фокус. В общем, хотел сказать про особенность, которая как раз вот здесь вот на Урале, про особенность тачки вскрылась. Ну, как бы это логично все. Рывок тачка имеет, понятно, момента моря, там полтонны, по-моему, и все, она выесил там 360 с чем-то. Но так обгоняешь ты вот колонну фур, а это Урал, тут надо, в общем, быстро это все делать, понятно. И такой предполагаешь, так, остановлюсь я вот здесь. Нажимаешь тормоз, нет, останавливаешься посередине фуры, которую ты, ну, не вообще не предполагал обгонять. Вот, и по салону все летает кошмарно, это, ну, торможение, понятно, что вес тачки просто огромный, паразитной инерции много. В общем, надо с этим учетом вести автомобиль данный, значит. Но вот обгоны, конечно, ну, на ура. Оп. Пошел. Пришел. Ничего. Вот. В принципе, картина плюс-минус такая. Че ты, братух? Наверное, этот знак, что ли? А мы тут успеем. Хотели. Монтаж, если что. А смотрите, как четко успел. Нет, нет, не монтаж, реально. Вот сейчас я торможу, и он тормозит. И вот сейчас опасненько будет. Вообще на 750, я думаю, тормоза должны быть конкретные. Но не для гонок машины, не для активной езды. Она вот где-нибудь на автобан, понятно, встал там 250 и пошел. Вот. Ладно, тормоза не перегреть. 750 было на багажнике. И ты вроде был отважный тип. Была не Сантьяна, было Прада. Там авария какая-то. Тут, конечно, дело-то не хитрое. Давай его упасть. Риск вот этот неоправданный. Глупый.
всегда приводит к плачевным последствиям. А просто, оказывается, блин, фокус ловить. Догнал, что ли? Фу. Дела. Ну, это совсем глупо. Уйдите вы с трассы. Блин. Оттуда. Дебилы, блядь. Самые вы подъехали. Вот я взял сердечко. Здесь есть прикольно. Остановились мы, значит, за сувенирами здесь на Урале. Ножи. Картины, самовары, унты. Все есть. Мангалы. Браслет. Короче, вот такой самовар взяли, блин, на дровах. 7500, 5-литровый. Тут все есть, везде цивилизация. Вон наша колонна стоит. Как будто они выглядят. И не похоже, да, что они есть. Вообще вот вечно несешься, несешься, я извиняюсь, куда-то. Урал этот проскакиваешь. Надо так остановиться, посмотреть, пообщаться с людьми. Воздух подышать уральский. Чего мы постоянно куда-то спешим? Так жизнь и прилетит. Мне уже 35, когда это случилось? Да, пацаны, жить надо. На Урале мы купили самовары. Купи самовар. Дорого, блин. На дровах, на всех делах. Погода прекрасная, Урал радует. Машины справляются, пока ты купил. Что за самолет? Знаете, пацаны, как ехать быстро на... Ну, каково ехать быстро на 750? Вот вы слышите что-нибудь? Там где-то что-то шумит, может, резинненько. Такое ощущение, что вот я на диване на домашнем еду, телевизор смотрю, 3000 оборотов, но это же прекрасно, по-моему, нет. А вот тормозить сейчас надо, там какая-то объездка будет. Бомба, турибомба, не просто так ее назвали так. Что за тавтология, соберись, блин. Шагнули через Урал мы достаточно легко и быстро. Сейчас у нас заправка. И, кстати, 11,7 показывают расход. Да это вообще пойдет. Снос такой скоростью, как ехал, торможение и так далее. Ну что, вот она меньше 40 литров сожрала за Урал. А это, ну, норм показатель, потому что быстрее нас не было, там же есть. Так, что там, Газпром заправляем сейчас где-то. Тут должен быть. Мы к Челябинску подкатываем. И кафе «Транзит», за которое говорил вам уже. Там перекус и все, и дальше поедем. Докуда доедем, там отдыхать будем. Отвечаю, самолет. Не помню, когда получал столько удовольствия от вождения. Сейчас ехал, уже спускался, когда... А ты что, не всосало-то? Всосало. Мухи напали на стекло, оно все жирное, ничего не видно. Сейчас купим. Капот тоже, фары. Сейчас купим стеклоочистители, я все стекло очищу. После Урала встали, поели в Уизе. Масло проверяю. Серега руками проверяет. Я монитором, причем ну, не самым надежным, наверное. Оп, что там? Имеется порядок. Опа! Ты менял и не долил, правильно? Это же Toyota, как такое может быть? Я 5 залил. 5 залил, а сколько у него? 5 вообще мало. А-а-а. Около 6. Так я поменял. Это, конечно, это не 3000 километров, что мы шлепнули 150-160. Не жрет он масло. Да ладно, ладно, все, давай. Не, когда едешь по трассе, и у тебя расход еще и падает, то 11,4 сейчас, просто праздник же какой-то. Посмотрите, свет сделанный, тоже линзы поставили, билеты. В общем, от того, что нет шумов, все мягко, комфортно, свет есть, встаешь намного меньше. Но
мы решили до Кургана доехать, там километров 200 осталось, наверное. И там остановиться, отдохнуть, потому что вот время местного 12 как раз будет то самое время, когда вот оно самое как будто опасное, что ли. Когда можно заснуть, устать и все остальное вот это. Поэтому там посмотрим, может вообще по-царски в гостинице и не бывало, какое вообще действие произойдет. Посмотрим. Может, тачку хочу, в принципе, что там, что здесь спать. Довольно-таки комфортно, блин. Проснулись 7 утра. По нашему уже 9. Впереди еще 1500 километров. Ну, с такими силами, с полными-то вообще no проблема. Спать, кстати, нормально быть. Полностью вот эту сидушку пассажирскую опускаешь вниз, раскладываешь ровно и как будто даже в одном положении. И на вашу суету я кладу на вас. КТГК, нас никак не переделать, бро. Делай дело смело, бро, на прицеле трон. Наши стрелы летят в цели, словно на кольце Леброн. Так, мы где-то уже возле Омска. Жду Серегу, куда-то стал там. Масло-то уровень до сих пор. Это же точно праздник. 1100 километров там еще осталось где-то. И все. Ну, как бы 1100 это тоже немало. Выехали мы на перегон Омск. Новосибирск. Июля, вот они звездные напутствия, подсказки про завтрашний день. Это очень жестко. Омны, хватит работать, начинайте тратить накопление. Тельцы, завтра вы полноправные победители своей судьбы. Близнецы, главное, это вера в себя, а наполеоновские планы пополам машину разрублены. Раки, вы пытаетесь хоть что-то сделать? Кошмар. Собственной ревностью? Посмотрите, какая красота. Сибирская уже. Как будто радуга. Асфальт горячий. Вода мокрая, да? Пока логично все. Контраст краски, конечно, крутые. Блин, так это правда радуга. У меня на капоте сидит. Первый раз это вижу. О, а это что-то посерьезнее уже началось. Вы что там? Прекратите. Спать баловаться. Сейчас Асфальтград будет, это вообще будет прикольно. Смотрите, а сзади вон там солнце светит. А здесь очко. А что-то даже не собирает заканчиваться. Видимость через камеру лучше. Но в целом картина ясна, я думаю. Я надеюсь, он как полосой начался, так и закончится. Главное, чтобы BMW сейчас ничего не намокло. И не сломал. Сереге там на Лексе лучше, наверное, чем выше сидишь. Тем больше видно, хотя ни хера тут не видно. Даже макет войны стекла стоят, но все равно такой шум в машине. Кричать приходится. Прикольно. Кия сибирская. А вот это уже плохо. Это град. Град, как известно, может подбить машину нормально так. Бля, крупность. Автоблик! На помощь придет нам, естественно, как всегда. Пацанов, профессиональный праздник. Нет, для семерки это реальное испытание конкретное. 2300, Урал, жара плюс 30. Ливень стеной. Ураган. Короче, огонь. Вода, медные трубы. Ну, молодец, пока едет, все хорошо. Да хватит уже кидаться льдышками этими, с машины все побьете, блядь. Это пиздец, по-любому мятина будет. А вообще вот эти все движухи с понторезками, съемки, покупки и так далее, понятно, это контент, потому что навсегда понторезки интересны и перегоны эти все интересны.
Ну, как вы знаете, мы тачки разыгрываем периодически. И эта тачка станет не исключением. Поэтому в скором времени у нас в телеграм-канале появится информация. В этот раз решили сделать билет чуть дороже, чтобы было больше шансов выиграть. Шансов будет в два раза больше, потому что не 500 рублей, а 1000 рублей будет стоить. Но машины будет две. Вот это 750-е, мы на 21-е колеса поставим ее. По технике все в порядке. Туда едем сейчас еще, конечно, причешем. А делается все для того, чтобы у нас для экспедиции был вот такой вот Lexus, который едет впереди. Потому что планы у нас глобальные, серьезные для тех, кто для постоянных зрителей. В общем, могу поделиться. Поедем мы на Урал. Хочу поехать на Урал. Пермский край, где вот эта вся история с мистикой тех краев. Потому что вот смотрел сериал «Территория», вот там очень интересно описываются все эти особенности края. Вот. Понятно, что ну, одно дело купить машину, а второе дело еще нужно ее подготовить. Вот, Lexus стоит где-то 1,5 миллиона. Плюс подготовка еще 1500. Да, и, ну, понятно, подготовить еще же надо и поехать на затраты. Поэтому, понятно, мы, может, еще спонсоров попробуем подтянуть каких-то. Но в целом, чуть-чуть вообще шпарит, с ума сошел. За мной ехал не так, просто вообще пробил 160 лет. Вот. Будет интересно, мы, в общем, решили по-взрослому заметить уже взрослую движуху такую, так что... Так что не переключайтесь, как говорится, мы пока едем, нам еще километров 700 осталось. Помните, да, я говорил про особенность семерки, 750-й, например. Вот можешь ехать, сколько там, 170-160, потом рукой держать камеру, спокойно разговаривать, не кричать, и ехать вот за своим товарищем, бампер-бампер, например. Просто за ним не очень видно, но Серега грамотно делает, он чуть вправо смещается, я чуть влево, поэтому я вот, видите, вижу, что происходит на встречке. Значит, так и ездит. А прикиньте, вот два Lexus одинаковых, мы полностью сделаем одинаковые, по трассе так шлепаем. Не раз переходили эту реку вброд. Однажды входили в эту реку дважды. Сухими выходили из воды и шли дальше. Мусор отпустил под подписку под роспись. Отдельно мы снимем выпуск. Такой небольшой обзор по ней, уже третья часть. Нам транспортная компания потеряла наш груз в 500 килограмм, где была старая коробка, старый мотор и 21-й цыганский хромированный диск именно для вот этой тачки. Я думаю, понятно, сейчас в комментариях скажут, ты что, какие хромированные 21-е? А я вам скажу, вот такой вот стиль. Вот он, знаете какой? Он пошлый, пошлый немного, и в этой машине ты также себя ощущаешь. Все подробно расскажу о ней в третьей части. А сейчас, знаете, что могу сказать? Вот эта машина такая, если ее один раз уже на колени кто-то поставил, то ты сам с них уже встанешь на вряд. В нашем случае нам повезло, потому что Руслан, бывший владелец, он, знаете, что сказать про состояние Руслана. Все нормально, бабки есть. Вот в целом так. У него, у жены, там, у него у самого там хорошие новые совершенно ваги, по-моему, или еще кто-то. А вот эта машина была его любимой игрушкой. Поэтому вложено здесь средств очень много. И нами еще добавлено. Сколько нам? Ну, плюс, наверное, 400 мы вложили в нее. Поэтому состояние у этой тачки просто, ну, вот такое, как быть должно. Вот. В целом, я проехал на ней, я съездил уже на ней, на Алтай. Съездил 2300 с Уфы. Это самая быстрая машина по трассе, которая была у меня. Потому что едешь 240 местами, конечно, там где-то можно на спецплощадках и отдыхаешь. То есть ты можешь ехать быстро, долго. Потому что шумоизоляция, потому что семерка, BMW 750. Ну и в целом это самая, извините за выражение, ебанутая машина, самая кайфовая, что у меня была. Если сравнивать, знаете, она кто? Она такая баба, ну типа, возможно, даже толстая. И не очень, ну, красивая. Но, блин, как будто, может, у нее деньги есть или что-то делает она хорошо, ну, одними из частями вот своего тела. И такой, знаешь, ну, а пофиг, погнали. И вот каждый раз одно и то же. Она стоит, ее не трогаешь, думаешь, ну и ладно. Как только садишься на нее, думаешь, ну, почему я раньше на ней не ездил? И по опыту людей, у которых была такая тачка, многие говорят, что после нее очень сложно найти какую-то замену, да? Ну, как, собственно, и толстой, и богатой бабе.
Вот. Что касается, значит, нашего розыгрыша. Тянуть не будем. Билет 1000 рублей. Все подробности у нас в Телеграме. В честности, можете не сомневаться. Если будете сомневаться, я буду сильно огорчаться. Потому что никого никогда мы не обманывали. И в этот раз этого делать не будем. Но нам же оно и не надо, и вам. Смотрите. Главный приз, значит, автомобиль 750 в прекрасном состоянии, будет на 21-х дисках. А, в принципе, больше ничего на ней делать не надо. Такая вот странная БМВ. 100 тысяч рублей еще дополнительных призов, какой-то гаджет будет, инструмент, в общем, ну, проигравших будет мало. И за 1000 рублей хомячков стало меньше, соответственно, диапазон меньше и шанс выиграть больше. В общем, в следующей серии, значит, будем читать рэп на 21-х дисках. Будем рассказывать про тачку, кататься по городу, шутить шутки, если получится, конечно. Оно же никогда не запланировано. Сегодня, надеюсь, вам понравился этот перегон. Мы будем продолжать. Рассчитаемся с этим за 80-ку. И в скором времени уже на нашем GX купленном в кредит, кстати говоря, полностью от и до, на договор, а по-моему, даже здесь, поедем на Урал. Планы, как всегда, грандиозные. Ну, будем делать. Все, спасибо, что с нами до сих пор на связи, пацаны. Пацаны, тут же 400 лошадей, почти 4,8, а 5,9 до сотни разгон. Смотрите, как уйдет сейчас качество.